Приют «Твори добро» поздравляет всех женщин, мам, бабушек, девушек с праздником 8 марта. Желаем тепла и радости от родных и близких и оптимизма в каждом дне. Пусть в ваших душах всегда царит весна, а на лицах сияет солнечная улыбка. Желаем радости, любви, счастья вам и вашим близким. Вы здесь, и вы наши друзья. Вы творите добро вместе с нами. Низкий вам поклон. Мы приют. Мы живем и спасаем до последнего. Это замкнутый цикл. Питание зайкам, лечение, операции, стерилизации, пристройство в добрые семьи. И так по кругу ежедневно мы живем. И выживаем надеждой. Надеждой на завтрашний день, что пройдет еще один день, и о нас кто-то вспомнит и поможет. И мы проживем еще один день, и неделю, и месяц. И наша жизнь не останавливается. Ваши добрые отзывчивые сердца не дают остановиться жизни в нашем приюте. А я, если мне удастся в этот день спасти лишнюю жизнь, буду считать, что праздник удался. Пожалуйста, друзья, не отворачивайтесь от нас. Дружите с нами. Я знаю, что дружить с приютом – это всегда трудно. Порой больно, напряжно и слишком ответственно. Но кто, если не мы? Мы в ответе за тех, кого приручили. Присоединяйтесь к нашему доброму делу. Подписывайтесь сами, приглашайте друзей и родных подписаться. Смотрите ролики. Не пропускайте рекламы. Заходите на сайты рекламодателей. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассылайте видео по социальным сетям, чтобы о нашем приюте узнало как можно больше неравнодушных людей. Участвуйте в неделе стольника, чтобы наши любимые зайки всегда были накормлены и не болели. Они ведь тоже имеют право на жизнь и заботу. Не забывайте об этом. Прошу вас, дорогие наши. С праздником весны, с Международным женским днем. Добра и мира вашим семьям. Добрый всем день, добрый зритель доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Хочу искренне поздравить вас всех моих добрых подписчиков доброго канала с 8 марта. Хочу в этот праздник весны пожелать вам всем здоровья, удачи, тепла. Душевного тепла – это самое важное. И хочу сказать спасибо вам большое всем, что вы с нами, что вы верите, помогаете, поддерживаете нас. Этот праздник весны, он для вас. Снова март и тепла пробуждения. Этот день, каждый миг, каждый час – полон нежности и вдохновения. Он особенный праздник любви. К необычному чуду природы каждой женщине благослови. Всех вас, Боже, на долгие годы. Счастья вам и успехов во всем. Вечной молодости и здоровья. Пусть сияет уютом ваш дом. И родные вас греют любовью. Пусть проносятся дни и века, укрепляя ваш дух и сердечность. Пусть судьба ваша будет легка, а подарки ее бесконечны. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Еще раз хочу сказать вам всем своим подписчикам, бабушкам, девушкам, женщинам, спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за то тепло, за те комментарии, которые вы дарите. Благодаря им я не останавливаюсь и двигаюсь вперед, спасая их. Бедных, несчастных, бездомных животных. С большим уважением к вам, волонтер Наталья.